Традиционный крестный ход от государя к преподобному уже стал визитной карточкой нашего округа. Он имеет глубокую историю, начался еще при отце Петра I. До революции это был самый популярный крестный ход в России. И современные паломники по этому маршруту возрождают историю уже 6-й год. От памятника святому страстотерпцу Николаю II в Лавру первая остановка – храм Нечаянная радость в Мамонтовке. У нас есть такое сугубое почитание. Вот так получилось, Господь так устроил, что этот крестный ход через нас проходит, что у нас почитание царя Николая. Вот у нас часовня изначально построена здесь. Поэтому для нас это большое событие и большая честь и радость, что мы участвуем. Тут им готов и стол, и дом, полевая кухня, горячий чай. Разместиться на ночь паломники могли в своих палатках на территории храма, в хостеле или в палатках МЧС. Впереди ночная служба и литургия. В пустом колодце же не ходят за водой, правильно? Вот и здесь. Приходят почему? Потому что просит душа, просит, зовет сердце. Вот. Много уже знакомых, с которыми встречаемся из года в год. Приятно всегда встретиться, пообщаться. Из Мамонтовки рано утром паломники двинутся в сторону Суфрина-1. Там будет второй день ночлега. Оттуда уже до конечной точки маршрута Троице-Сергиеву Лавру. Анастасия Спирина, Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Яков Глызер. Новости Большого округа.